начинается с самого опасного препятствия. Экипажам приходится прыгать по ревущему сливу, который нередко переворачивает рафты. И если ступень пройдена удачно, то спортсменов ждет дистанция из 10 ворот. Трудности гребцам добавил высокий уровень воды. Из-за сильного течения экипажи один за другим пролетали верхнюю связку. Не увязнуть в пенной бочке и взять пресловутые первые ворота без штрафов удалось лишь рязанским юниорам. Очень важно выбрать правильную траекторию захода. Кажется, это удалось. Теперь нужно взять ворота прямого хода. И это удалось. Траверс на противоположный берег тоже оказался сложным для большинства. Только мужская команда «Радуга» из Рязани без ошибок протолкнула тяжелый рафт и с первого раза пересекла струю. Неплохой слалом показали атлеты из северной столицы. Впрочем, и они не смогли пройти чисто по всем створам. Это уже зрелые мастера. Чуть-чуть они... Традиционно ни одни соревнования на Кавказской реке Белой не обходятся без групповых купаний. Зрители все-таки дождались, когда участники допустят ошибку. Не повезло мужчинам из Липецка. Судьям пришлось экстренно закрыть дистанцию, а на помощь самосплавщикам вышел катамаран со спасателями. К счастью, обошлось без жертв. Где перевернулись? Все, тихо. Сливе в самом? Ага. Как впечатление? Освежает? Караул. У меня каска слетела. Слетела каска? Она с головы. И она меня давай за шею болта. Но расслабляться времени не было. Далее предстоял еще более тяжелый этап – длинная гонка. За 30 минут непрерывной гребли команды должны пройти целый каскад порогов. Такой массовый сплав на перегонке отнимает все силы. А группа поддержки в это время едет вдоль берега и болеет за своих. Леха, потерпи! Чуть-чуть еще! Молодцы, хорошо идете! Давай! Потянули, все хорошо! Тянем, тянем! Исход борьбы в длинной гонке почти всегда решает выносливость. На этот раз вне конкуренции рязанская команда «Радуга». Не, ну а что смысл бодаться? Параллельный спринт – не менее зрелищный этап троеборья. Стартуют одновременно по два экипажа с разных берегов. На 200-метровом участке реки побеждает сильнейший. Сейчас будет мясо. В напряженной борьбе за первое место боролись 8 команд из разных регионов страны. На всероссийские соревнования по рафтингу в Республику Адыгея в этом году приехали спортсмены из Липецка, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Старого Оскола и Рязани. Последние по итогам общего зачета завоевали золото. Будет мясо. Станислав Пантелеев из Республики Адыгея специально для Вести Рязань.